Что делать, если наволочка большая, а подушка маленькая? Сейчас покажу, как исправить эту ситуацию. Выворачиваем наволочку наизнанку, кармашек наш сверху, кладем подушку, подворачиваем. Дальше все просто. Ну что ж, готово. Наволочка идеально сидит на подушке. Берите на заметку и не забудьте поделиться этим видео. Друзья, подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю.